Вот видите, какой ДПС у Вектора? Понимаете, насколько это быстро просто? Вверху дорога. Челленджи, если что, чат активны, так сказать. Заказ музыки тоже доступен. 10 лямчиков лежит, тоже неплохо. Но это все еще не окупился ключ. Ключ стоил 12 лямов. Поэтому надо еще выносить что-то, чтобы он окупился. От новой комнаты. Два типа. Как насчет ковбойского рейда с оружием с барабанами, пистолет, гладкий ствол и ковбойской шляпе? Сейчас, подождите. Вкусно, да? Вкусный сок. Ох, там еще двое. Воу. Ёптать. Вот здесь двое, один там. Ой, еще на улице один. Ё-моё, сколько их тут? Их пятеро прибежало, причем это новые пятеро. Тот, кто был на первом этаже, это вообще другой, значит, чел. Ёшкин кот. Там что, пулемет у типа какого-то? Кажется, взорвал. Где он кашляет, не пойму. На третьем? Ой. В туалете на третьем, походу. Или кухня третья. Зашивается. А вот вторая была не моя. Точнее, первая, скорее всего, не... О, вон там еще чел бегает. Ёлки тут народу, конечно.
Два. Пулемет-то живой. Какой-то чел поднялся, он просто с пулемета его убил. Ой, там не видно нихера. Этого я взорвал? Да. Найс. Сколько я тут народу, блядь, положил? Хорошая, хорошая каточка. Хорошая. Ё-моё. Нет, ботик, ты не имеешь права. Серьезно? Так, мне бы сумку нормальную. Ребятишки, у вас есть что-нибудь? А, так я тут все-таки взорвал одного. Вот этого, скорее всего, я взорвал, чат. Ёшкин кот. Сколько ж тут народу-то у вас? Так. Алло, чатик? Сервер, что ли, решил упасть? Блять. Придется Alt F4, походу, перезаходить. Да ё-моё, блин. Сейчас челоботы просто приходят, смотрят такие. Угу. Спасибо, игра. Сука.
Интересно, за что людям, ну вот, чуть-чуть не нравится рассинхроны и лаги серверов Тарка. Ну, чуть-чуть вот, ну не нравится, не знаю почему даже. Такая же хорошая игра. Вот тут стоит. Куда ты полетел, дурачок? Разобьешься же, третий этаж. Ну ё-моё, блин. Студентики приехали на мою делянку, блин. А, решала, не надо. И начали самоубиваться, блин, по всей территории. Блядь. Ой, хана мне. Как тут вылетать с этого окна? Надо пригибаться, что ли, когда летишь с него? Может, это бот, конечно. Не, не бот. Что сегодня на СГМ? Неинтересное что-то. Там не то, чтобы неинтересное... Еще один бежит, нифига. Эта дверь, блин, мешалась, пришлось ее закрыть. О, еще одна красная карта. Ну, ключик окупился в этот раз. Надо сказать. Наконец-то, блин. Пусть кто-то ходит у нас. А то сколько можно, блин? Ой, ошибка, блядь. Пострелять в перила. На, попей. Он на втором этаже был? Или в этой комнате стоит?
В этой комнате, походу, стоит. А и где третий? А. Зашивалку юзает. Он сейчас своего убьет. Там свой, дурачок, блин. Он еще его ранил больше. Байт, я знаю, что байт. Это двухходовочка, понимаешь? Они думают, что я забайчусь. А я знаю, что я забайчусь, специально забайтился. Вон он, блядь, ебать его! Здрасте. Ой, блядь. С улицы кто-то меня убил. Что? Белый никнейм, китайские иероглифы, я не знаю, голова темечка, что-нибудь такое? А. Окей. 9 часов в игре с пистолета, блядь. Ну, этим должно было все закончиться, чат. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.